Я вот, знаете, каждый раз же задаю же вам вопросы определенного толка. Вот. И опять, знаете, я не привожу сейчас исторические факты, какие-то документальные факты. Я просто вот логическую цепочку. Она, вы же любите, вы сами говорили, что вы всегда рассуждаете по фактам, по логике. Я вот тоже попытаюсь так, вы знаете, логическую такую цепочку выстроить. Вот в начале 19 века, по-моему, или в конце 18, начале 19 века, царским указом был, значит, албанская церковь передали в армянскую епархию, да? Ну, я, конечно, тысячу раз извиняюсь, не хочу задеть чувства верующих, если какие-то религиозные там слова я неправильно произношу и так далее. Вот царским указом передали, значит, албанскую церковь в армянскую епархию. Теперь скажите мне, все церкви, монастыри, которые есть в Карабахе, вы их называете армянскими. То есть вы говорите, что это ваше. Хорошо? Лично я согласен. Тот не согласен? Выскажет свое мнение. Тогда скажите, а куда вдруг в один момент испарились албанские церкви и монастыри? Ну, если все ваше. Я же опять говорю, я по логике рассуждаю. Я ничего не придумываю, ничего не прибавляю или отнимаю. Вы мне скажите, вот Кавказская Албания, она была, были церкви, были монастыри. Вдруг разом все это стало армянским. При этом вы говорите, что мы, азербайджанцы, разрушили армянские церкви. Теперь хорошо. По логике, армянские церкви есть, которые мы якобы разрушили, а албанских монастырей и церквей нету. Куда они делись-то? Скажите мне, ну вы же признаете, что была Кавказская Албания? Правильно? Правильно. Армянские церкви, если вы их называете армянскими, они есть. Где албанские? Ответа, конечно, не будет. Мы, азербайджанцы, появились 100 лет назад. Вы знаете, забылись все. Ханы, падишахи, эмиры, беки. Они куда-то вообще исчезли. Вот 100 лет назад просто раз, азербайджанцы вдруг на этот свет откуда-то упали. С Сатурна, наверное, с Марса, я не знаю откуда. И как-то так. Я недавно в Ютубе, сейчас извиняюсь за эту сумбурность, да, все время буду, наверное, прыгать из одной темы на другую. Знаете, что интересно? Я ничего против не имею танцев. Против кухни, против музыки. Значит, на Ютубе в каком-то российском городе милая девушка, армянка, танцует танец. Ну, там изображает танец. Мне трудно назвать это танцем, но ладно, борда с ней. Самое интересное, как часто я говорю эту фразу, внизу написано «Армянский танец Узундаря». Вот, конечно, для российского слушателя это ни о чем. Вообще ни о чем. Но конкретно еще раз повторяю. Армянский танец Узундаря. Я и с этим соглашаюсь. Просто армяне, переведите мне это слово Узундаря. Вот просто вот само это слово. Я согласен, что это армянский танец. Азербайджанцы, на меня не обижайтесь, земляки, братья. Я еще раз говорю, Узундаря – это армянский танец. Но армяне, переведите мне это слово Узундаря. Дело в том, что эта музыка играла в опере Узеря Гаджибекова «Аршин Малалан». Да? Такой замечательный, такой веселый танец, красивый. Ну, конечно, земля и небо, когда смотришь, как танцует эта девушка. Я против нее тоже ничего не имею. Она танцует так, как ее научили. И как танцует, допустим, у нас в Азербайджане этот танец Узундаря. Армяне, переведите мне, пожалуйста, слово Узундаря. Просто. Если сможете. Я опять ничего не говорю. Кочевники мы были, не кочевники, вы знаете. Так вот,
Дело в том, что за полтора года Армению покинуло около 200 тысяч человек. И в массе своей, вы армяне, вот я перепрыгиваю с одной темы на другую, вы в массе своей рванули знаете куда? Не-не-не-не-не. Вы рванули в район Алтая. Новосибирск, Омск, Барнаул и рядом находящийся. То есть район Алтая, послушайте. А вы зачем опять на наши земли претесты? Ну, вы же говорите, что Алтай это наша историческая, или как это армянская дамочка сказала министру иностранных дел как-то, наши искренние территории. Ну, она, наверное, хотела сказать, что исконные территории. Ну, так вот, почему вы на наши опять искренние земли поперли, а? Вы что рванули-то на Алтай? Тут недавно смотрю еще один ролик, там один на Алтае Хачкар поставил. Знаете, что говорит? Мы почти коренные жители Алтая. Как? Подождите. А тогда нам куда деваться-то? Всем пока, всем удачи. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!